Соревнования по скоростному приготовлению яичницы среди журналисток. Творческий конкурс прошел в кулинарной школе «Красиво подано». Итак, среди конкурсанток 6 сотрудниц петербургских СМИ. Ингредиенты всем даются одинаковые. Это сосиски, помидоры, зелень, сыр, специи, ну и, конечно же, яйца. В первую очередь мне понадобится 2 кружочка болгарского перца и кусочек хлеба, в котором я вырежу сердечко. Оно должно создавать праздничное настроение, ведь состязания приурочены к Дню защитника Отечества. Конкурс называется «Утренняя яичница для настоящего мужчины», а это значит, без мяса не обойтись. Из мясного у нас сосиски. Уже половина времени прошло. Остается всего-то каких-то 10 минут. Будем молиться, что яичница дожарится. Судья, а в роли настоящего мужчины у нас Андрей Ургант, должен выбрать победителя. Он считает, как нет одинаковых людей, так нет и одинаковой яичницы. И идеального рецепта тоже не существует.